بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Далее последний, десятый фактор, который рушит ислам человека. Аль-Ашир. Аль-И'раду ан дини Аллахи Та'аля ла ята'алламуху ва ла я'малю бихи. Который заключается в том, что человек отворачивается от религии Аллаха, не изучает ее и не совершает деяний в соответствии с ней. В комментарии к этому накиду говорит шейх Фаузан. Аль-Ашир ва хуа аль-Ахир. Десятый, он же и последний, аль-и'раду ан динилля, это отворачивание от религии Аллаха. Ля яхтаму биддин, когда человека не заботит абсолютно религия, без разницы ему до религии. Валя та'аллам, он ее не изучает. Валя та'аллама ля я'маль, даже если изучал, не делает дела в соответствии с тем, что изучил. Ю'риду ан иль-ильм ауалян, сначала он отворачивается от знания, от изучения религии. Сумма юриду аниль амаль. Затем отворачивается от деяний в соответствии с этой религией. Нас алюллаха аль афия. Просим Аллаха исцеления и спасения. Ва хатта ляу амиля, ва хуа ла гайри ильм, фа амалюху далаль. Даже если он что-то будет совершать, но его деяния не будут опираться на знания, то есть будет совершать без знаний, то его деяния – это заблуждение. Фа лабудда ан ятааллама ауалян, сумма яамаль. Обязательно человек должен сначала изучать, а затем делать дела в соответствии с тем, что он изучил. Амма ман ахаза аль-ильма ва тарака аль-амала, фа хаза мин аль-магдуби алейхим. Тот же, кто приобрел какие-то знания, но оставил деяния, то такой человек навлекает на себя гнев Всевышнего Аллаха. Он из числа тех, кого Всевышний Аллах назвал аль-магдуб алейхим, тот, на кого он гневается. Ва ман ахаза аль-амала ва тарака аль-ильма. Тот же, кто совершает какие-то деяния, но он оставил знания, то есть его деяния не зиждятся на знания, то такой человек даль, заблудший. Если первая категория – это те, кто навлек на себя гнев, то вторая категория – те, кто был назван заблудшими людьми. Как говорил Суфьян ибн Уйейна, «Ман фасада мин уламаина фафихи шабахун мин аль-яхуд, ва ман фасада мин уббадина фафихи шабахун мин ан-насара». Тот же, кто сбился или испортился из числа наших ученых, то в нем есть прямое сходство с иудеями. То есть тот, кто обладает знанием, но не делает деяния, или его деяние противоречит его знаниям, то в нем есть сходство с иудеями. Потому что это их описание. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Яарифунаху кама яарифуна абнахум». Они знают его, Мухаммада, подобно тому, как знают своих сыновей. Однако группа из них скрывает истину в то время, как они знают. «Уаман фасада мин уббадина», — говорил он, Суфьян ибн Уйейна, «а тот же, кто сбился или испортился из числа поклоняющихся, фафихи шабахун мин ан-насара, то в нем есть сходство с христианами, потому что это их описание, что их поклонение не основано на знании, занимаются самодеятельностью, поклоняются как хотят, придумали какое-то монашество и тому подобные вещи». Первая же группа была описана тем, что на них гнев, вторая группа была описана тем, что они заблудшие. وَهَذَا مَا نَسْتَعِيذُ مِنْهُ فِي كُلِّ رَكَعَ. И это то, от чего мы прибегаем ко Всевышнему Аллаху в каждом ракаате нашего намаза. И говорим «Ихдина сурат аль-мустаким», «Веди нас прямым путем», просим Всевышнего Аллаха. «Сурат аль-лядина ан-амта алейхим», «Путем тех, которых ты облагодетельствовал». «Гайри аль-махдуби алейхим», «Не путем тех, на ком гнев». А на ком гнев? Те, кто приобрели знания, но не делали дела в соответствии с этим знанием. И во главе их это аль-яхуд. Валя-даллин. И не путем заблудших. Кто заблудшие? Те, у кого есть деяния, которые не опираются на знания, не соответствуют знанию, не соответствуют шариату. А во главе таких людей ан-насара. Поэтому, продолжая говорить шейх Фаузан, «Фаман а'рада ан дини Аллахи ла ята'алламуху ва ла я'малю бихи фа иннаху якуну муртаддан ан дини аль-ислам». Такой человек, который отворачивается от религии, не изучает и дел никаких не совершает, нет ему никакой разницы до этого,
то такой человек становится вероотступником от религии ислам. Валлаху джалля ва аля якуль, и ведь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваман аарада ан викри, фа инна ляху маишатан донка». Тот, кто отвернется от моего поминания, то такому предстоит тяжкая жизнь. «Аарада ан викри, лям ятааллямху, ва лям яамаль бихи». Что значит «отвернется от моего поминания», от Кур'ана, Сунны? То есть не будет изучать, не будет делать ничего. «Валлядина кафару амма унзиру муаридун». И Аллах описывает, говорит, те, которые не уверовали, от того, от чего их предостерегали, отворачиваются. Видите, значит, отворачиваться от изучения религии, от совершения дел полным и'радом, это считается неверием. Потому что Аллах сказал «Валлядина кафару», те, которые не веруют, от того, от чего их предостерегали, муаридун, отворачиваются. Также говорит Всевышний Аллах: «Ваман азляму мимман зуккира би аяти раббихи, сумма аарада анха». Кто может быть более несправедлив, чем тот, кому напомнили о знамениях его Господа, сумма аарада анха, а затем он отвернулся от них. «Инна миналь муджримина мунтакимун». Поистину мы отомстим грешникам, говорит Всевышний Аллах. «Аарада анха», отвернулся от них, от знамений, «бада мазукки рабихи», после того, как ему напомнили о них. Опять же, во всех этих аятах мы видим, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит о том, кто «аарада», отвернулся. «Аарада юриду и арадан», отвернулся от религии, не обращает внимания, не заботят его вопросы религии, не интересно ему изучение ее, не хочет он совершать дела в соответствии с религией, ему все это безразлично, то такой человек становится неверующим. Нас'алю Аллаху аль-афия вас-саляма. Далее шейх подчеркивает важный момент и говорит: «Ва хунака инсан ля ятааляму мин бабиль касаль». Есть такие люди, которые не изучают по причине лени. «Хаза ля юкаффар». Такому человеку не выносится такфир. «Ва лякиннаху юляму аля касалихи». Однако он заслуживает порицания за свою лень в изучении и совершении дел. «Амма иза кана тарку толя биль ильм, адама рагбати филь ильм, фахадаху аль иарат, валь язу билля». Однако, если он оставляет приобретение знаний, потому что нет у него абсолютно никакого желания и стремления в сердце к этому, не хочет он и не видит нужды в этом, то вот это уже считается тем, что он отвернулся от знания. Да упасет от этого Аллах. «Хадаху аль лязи якфур». И вот такой человек становится неверующим. «Валякин ин кана аль мар'у яргабу аль ильм». Однако, если же человек желает знания, любит знания, однако у него есть лень. لِأَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ صَعْبٌ. Потому что приобретение знаний тяжко. يَتَطَلَّبُ صَبْرًا. Требует от тебя терпения. وَيَتَطَلَّبُ تَحَمُّلًا. Требует выдержки. وَيَتَطَلَّبُ جُلُوسًا. Требует долгого сидения. وَهُوَ كَسْلًا. В то время, как он лентяй. فَهَذِ يُلَامُ عَلَى كَسَلِهِ. То такой человек порицается за проявление ленности, وَعَلَى تَفْرِيطِهِ, за его упущение в этом вопросе, وَلَكِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ. Однако такой не доходит до степени неверия. Есть разница между тем, кто оставляет знания по причине отсутствия желания, или он не видит нужды, нет у него никакого стремления к знаниям, безразлично ему абсолютно религиозное знание и дела, то такой человек впадает в неверие. Если же он не приобретает знания по причине лени, как упомянул шейх, то такой человек не становится неверующим, но это грех, и он порицается за это. Или же может быть другая причина, что люди, то, с чем можно встретиться в наше время, допустим, не приобретают знания по причине того, что все свое время расходуют на увеличение своего имущества. А в частности, это больше касается состоятельных мусульман, богатых мусульман. Почему я говорю именно богатых? Потому что действительно, бедные мусульмане, возможно, нуждаются, чтобы большую часть своего времени расходовать на приобретение имущества, чтобы зарабатывать деньги, чтобы потом расходовать на себя и на свою семью. И поэтому у них остается мало времени для приобретения знаний, для каких-то дополнительных деяний, поклонения. Однако человек состоятельный, богатый мусульманин, когда он оставляет знания, не уделяет ему внимания и продолжает приобретать все больше и больше имущества, не посещая уроки, не слушая лекции, то здесь это либо причина этому служит, как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля: «Аль-хакумут такасур», завлекла вас страсть к приумножению,
То есть, либо он хочет приумножить все больше и больше и больше. Однако Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Хатта зуртумуль макабир». Это продлится до тех пор, пока вы не посетите могилы. Когда он окажется в могиле, когда прервутся его деяния, непременно он будет сожалеть, что ведь его звали на уроки, что ведь ему предлагали прийти послушать, что ведь ему давали книгу, которую он мог прочитать, что ведь ему давали флешку с уроками, или диск, или кассету, или что угодно. И у него было время, и не было такой нужды, чтобы все время зарабатывать, зарабатывать и приумножить, приумножить. До каких пор, субханаллах, хатта зуртумуль макабир, пока вы не посетите могилы, либо им движет вот эта страсть к приумножению, либо им движет убеждения, которые пытались всячески навязать людям во время коммунизма. А это что, человек должен работать, постоянно труд, труд, терпение, труд, все перетрут. 1 май, человек должен работать, труд сделал из обезьяны человеку и тому подобный бред. Либо им движет вот это убеждение, которое навязали им коммунисты. Однако, какую цель преследовали коммунисты? Чтобы из человека сделать робота, чтобы человек постоянно работал, потом устал и приходил, падал спать, и с утра заново вставал, ушел работать, чтобы у него не оставалось времени на размышления, чтобы он не думал ни о религии, ни о Всевышнем Аллахе, субханаху ва тааля, чтобы у него не оставалось времени поклоняться. Вот это была их цель, чтобы отвратить людей от религии, чтобы они не думали, чтобы превратить их в роботов. А в наше время многие мусульмане, к большому сожалению, остались вот на этих убеждениях. Несмотря на то, что совершают намаз, постятся, совершают хадж, но считают, что вот это правильно, оно так и должно быть, что человек постоянно должен работать, даже если он в достатке, даже если он не нуждается в таком количестве денег. Альхамдулля, он состоятельный, живет хорошо, у него есть время, чтобы посещать уроки, но вот он все равно почему-то движет им, нет, надо работать, работать еще больше и больше и больше. Почему? Потому что труд, ну так надо, ну все так, мы так приучены, мы так воспитаны. Это не исламская акида, это не исламское воспитание. Это не то, к чему побуждает шариат. Цель мусульманина должно быть поклонение, поклонение на основе знаний, значит приобретение знаний, а не все свое время расходовать на работу. Посмотрите цели, которые преследовали они. Отдалить людей от религии, отдалить людей от Всевышнего Аллаха и поклонения. А в наше время мусульмане ту же идеологию носят, но не понимают этого, субханалла, и навязывают это своим детям, навязывают это своим внукам, что ты должен работать, ты должен быть как все, ты должен идти на работу в 8 и приходить в 8. Почему? Потому что как все, бедный сын, бедняга, говорит: «Но мама, папа, я же достаточно зарабатываю, не обязательно мне целый день пропадать на работе, я посвящаю этому 2 часа, и моей семье предостаточно этого». Но нет, что люди скажут: «Ты все равно должен быть как все, почему ты так не делаешь?» Потому что вот у них сохранилась вот эта идеология, идеология, которую навязали им неверующие. Но цели у них были очень плохие. И не подобает мусульманам в наше время, которые совершают молитвы, постятся, понимают, что такое поклонение, следовать им в этом. Опять же подчеркну, я имею в виду тех, кто живет в достатке, кто не нуждается в том, чтобы большинство своего времени расходовать на приобретение имущества. Мусульманин должен относиться к этим вещам, как говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия, как в туалет. Мусульманин не думает целый день о том, что мне нужно будет сходить в туалет, и не сидит в туалете с 8 до 8, что а вдруг захочется, я лучше здесь буду сидеть и так далее. Нет, когда приходит нужда, он направляется туда. Как только он удовлетворил свою нужду, он выходит оттуда и дальше поклоняется Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. И вот точно так же должен быть заработок. Есть нужда, иди зарабатывай. Если же нет, то посвяти это время поклонению. Не нужно работать на 3-4 работах и тому подобное. И поэтому также мусульман отдаляет от приобретения знаний и от совершения деяний в соответствии с этим знанием не только их лень, а может быть человек не лентяй. Может быть он всю свою энергию, все свое старание посвящает не в то русло. И а почему это может быть, мы сказали, либо это страсть к приумножению, которая является порицаемой, либо это вот эти навязанные идеологии, которые в основе своей преследовала пакостные цели, а мусульмане подверглись этому и до сих пор следуют и навязывают это. Насаллаху аляфия, вассаляма. Все эти причины, будь то ленность или стремление к приумножению имущества, все эти причины не выводят человека в неверие, пока в его сердце не закрадется полное отсутствие желания по отношению к знаниям. Я думаю, вопрос ясен, иншаллах.
в доказательство. Шейх, как это является из его обычаев, постоянно приводит далиль. И говорит, вот далилю каулюху та'аля, доводом служат слова Всевышнего Аллаха Субханаху Ва-Та'аля, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Кто же более несправедлив, чем тот, кому напомнили о знамениях его Господа, но он отвернулся от них, и воистину мы отомстим грешникам, говорит Всевышний Аллах. В комментарии к этому аяту, так как шейх Фаузан уже до этого немножко его объяснил, говорит «Аль-Иарат, аль-лази ядуллю аля адами рахба фил ильм». Отвернуться – это не значит полениться или заняться чем-то другим, нет. Отвернуться под иарадом имеется в виду полное отсутствие желания по отношению к знаниям. Ал-карахиятил ильм. Или же неприязнь и ненависть по отношению к знаниям. Хаду валь-куфр. Вот это считается неверием. Валь-айязу билля. И прибегаем к Всевышнему Аллаху от этого. Субханак Аллахума бихамдика. Ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейка.